Турция приостановила полеты в Иран. Решение принято турецкой стороной на фоне вспышки коронавируса в Исламской Республике, сообщают СМИ. Авиасообщения отменили со вчерашнего дня до дальнейшего уведомления. Как сообщил официальный представитель организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде, небо Турции пока будет открыто только для своих граждан, а также тех, у кого есть рабочая виза. Тем временем эпид-обстановка в Иране остается неутешительной. По данным Минздрава страны, за последние сутки из-за коронавируса скончались 209 человек. Количество жертв уже превысило 14 тысяч. Турция, между тем, достигла самых низких показателей за месяц. Заразившихся за сутки не больше 1000. Скончались 17 человек.